Бокер тоу, шауа тоу, хорошей недели, доброе утро, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем наше изучение Торы. И сегодня наша глава называется Беалатха. Это относится к возжиганию минора, это слово Беалатха, или вознеси, так его можно перевести. Так пишут наши мудрецы. И когда зажигается минора, она зажигается после того, как коэн, в данном случае первосвященник Агарон коэн, возжигает смесь благовоний на золотом жертвеннике маленьком. И горит она всю ночь до утра. И утром чистят минору, не сразу, это в два прихода. Сначала подходит коэн и чистит 5 лампад миноры, потом выполняет другие какие-то работы, потом подходит еще раз, чтобы показать, что это мицва очень важная. После того, как почистили, уже тогда Агарон утром возжигает смесь благовоний на золотом жертвеннике. И написано, что минора необычно устроена. Ее ветви склонены к центральному стеблю. И показано, что она светит как бы к центру миноры. Что это такое? Вообще в храме окон нет. Обычно это было бы темно. Тогда нужен светильник, но он должен гореть всегда. Но он горит только с вечера до утра. И Всевышний показывает, что он светит сам. Но коэн зажигает минору для того, чтобы духовно возвыситься. Это Всевышний дает такой шанс. Если мы посмотрим, как строил царь Шлома храм. Окна в храме были снаружи широкие, а внутри они узенькие были, чтобы показать, что свет из храма идет на весь мир. Естественно, минора служит светом именно для нас. Для нас, для нашего возвышения. В нее заливается самое чистое масло. Это масло делается, изготавливается из маслин, которые вырастают на верхушках деревьев. Они самые близкие к солнцу. И капли первой выжимки идут именно для этого светильника в храме. Остальное масло годится для других приношений, для тех же хлебных приношений, которые тоже обязательно приносятся с маслом, смешивается мука. Это мы знаем, каждое утро и каждый полдень у нас идет жертвы. После полуденное время идет длинный огненок с мукой, смешанной с маслом. Также и утреннее приношение идет с мукой, с оливковым маслом тоже. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владимир бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, Роза бат Михаэль, память Юрий бен Харинтон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бат Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бат Ривка, Полина Пер бат Соня Сура, Лена бат Клара, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен София, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бат Ита, Фира бат Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Юлия бат Белла, Мазал Паранца Згула, Ирина бат Ури, Гаронария бен Ури, за хороший дух Гаронария бен Двойра, Низ бен Ахум, Авигаль бат Сара. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч.